что если снова догоны? Эх, не успел. Чуть-чуть. Оп, успел. Я иду. Догон. От нас не убежишь. О, трек. Ах ты. Жирный пес. У него... О, трек. У него... Там... Можешь кунку? Он близко. Давай кунку. Бедолага. О, вот это вообще на вставочку. Пётка. Вообще красота. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видос рубрики «А что если?». И сегодня я подумал, а что если снова догоны? А почему нет? По многочисленным заявкам барабанная дробь. Антон, выходи, пошли догоны юзать. I'm here, mortal. Вот, и короче, сегодня, так как вы много спамили по комментариям, от души, пацаны, всем, кто поддерживает, и, конечно же, сегодня... Мы по-любому задогоним. Задогоним всю карту. Давайте посмотрим, как у нас это получится. Но я надеюсь, получится, как обычно, фаново, весело. Ну и с вас лайк, естественно, поддержка YouTube канала. Топим на 50к, остается еще чуть-чуть. И, конечно же, не забывайте залетать на стримы 19 по МСК. Плюс поддержка ТГ. В ТГ ребята кооперируются, общаются и проводят время по кайфу. Поэтому, ребятки, заходите, залетайте, лайк, пиписка, все дела. Пиписку не забывай обязательно делать, потому что пиписка — это нужная тема. Виф! Так что поехали. Так, Антонио, ну короче, смотри, план таков. Два догона, как ты говоришь, от двух догонов не увернуться. Никак, вообще без вариантов. Все, короче, стартуем Рики плюс БХ. И поехало. Меня там уже кто-то запалил, хен, там что кто-то уже писал, да? Ясно. Ясно. Ну тогда давай будем стараться восьмой слот хейтить. Пусть он запомнит эту игру. На всю жизнь. Попробуем. Сейчас что-нибудь контрпикнет там. Слардара, скорее всего, да. Потому что хен... Если хен, видишь, то жди. Берет Рикимару, значит, слардар какой-нибудь должен быть. О, Хускар. Блин, Хускар тяжеловато будет. Ну, если... Ну, если что, с ноги будем бить его. Как Дед Мороз, помнишь, которого вот тут вот... С ноги бьет. Помню. Такой топорный Дед Мороз. О, смотри. Ой, как отлично он будет стоять, фармить с амплификациями просто. Даже пол догона дадим, даже чуть-чуть. И он думает, переиграл нас, но переиграл себя. Погоди, ко мне стучаться, секундочку. Это эти, знаешь, копс. Стучаться. Погоди, говорит, сейчас ко мне стучаться. Как будто у меня есть возможность поставить на паузу. Это паб. Тут на паузу не поставишь. Это онлайн игра. Мама, объясните. Так, ну в общем, парни, вы, наверное, уже сообразили, что будет здесь весело. Максимально весело здесь у нас должно быть. И в целом это догоны. Догоны, догоны. Это всегда прям, ну... Пушечная, вам эти контенты по-любому залетали. Прошлые, как говорится, видосы вы по-любому видели и знаете, что сейчас будет. Это одни из самых таких ржачных видео, это чисто догоны. Почему нет, если да? Почему нет, если да, вот так скажем. И у нас готовится уже каточка. По лайнингу, как вы поняли, я уже пойду на Рикимару, естественно. Да. Мы вдвоем вниз пойдем, Антон. Сделаем так. Знаешь, что сделаем, наверное? Можешь, короче, отпуливать, наверное. Ты сможешь же отводить, правильно? Да. Вот, если что, я возьму топоридзе. Сейчас пройду, сразу прорублю все, чтобы тебе покомфортнее было. И let's go. Окультивы! 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 ТВ именно, телевидение у него там идет. Что показывает, интересно? Окультивы. Так, я возьму вот этот манго. Он мне очень нужен. А спорим, он АФК вообще, этот окультивы, и мы его кикнем на 5-й минуте. На 100% уверен. Потянем, мы еще и Слардара взяли, смотри. Там, наверное, ну, небось, да. Восьмой слот писал.
Там хрень, бери, бери! Слядрар, бери, слядрар! Так и писал стопудово. Сральдрар. Сральдрар, бери. Зачем? Звучит как действие какое-то. Сральдрар. Одновременно. Срал-драл. Жесть. Ну, у нас чел, как я и сказал, он АФК вот этот. Я бы кикнул, забанил, рейс сделал бы на самом деле. Ну, хотя пофиг, давай попробуем. Проиграем, сделаем еще одну катку. Главное, фан. Но у нас нету оккультовый. А у нас есть какой-нибудь заменитель кора? Ничего у нас заменитель кора нету. Кора-заменитель. Ну, как и в тех играх, наверное, не будет. Но догоны будут. Да. Нам главное не просраться. Давай, пробуй. Руну успеешь забрать? Походу, там Вейл будет забирать, да? Давай. Ой, хорош. Ну, просто на вставочку. Вставочка. Так, я тебе дровосеком подработал, если что? Да-да. Отлично. Погнали. Чел потерянный. Оккультовый. Я типичный такой саппорт будет, который будет стоять со стороны, нюхать экспу и ничего не делать. Чисто вот то, что надо. Чисто стонкс. Профит летит. Ну или вот так делать. Давай, Эп. Нифига мы тут зарубу устроили чисто. Твоими клинками. Стримеров. Зарубы стримеров. Соми он. Так, это так, кунак мне не нравится. Этот. Я буду пулить со второго стака, наверное. То есть застакну маленький, потом начну. Да, хорошо. А у нас тут крипов сейчас накопится, я, кажется, по таврам сейчас буду динаить. Ну, давай по таврам пробовать динаить, я ж профессионал, чё нет. О! Эти банды вообще супер профитные были. Нам главное не танчить. Так, этого я не добью, деда. Внутри. Хорошо, вот этого есть. И вот этого, найс, все почти добил. Опа, еще копилочку. Транквилла офигенно зайдет. Хорошо. Будем стакать. Так, смотри. Это наша кура полетела уже? А, да. Это я. Дай, я возьму колечко уплотнительное, чтобы у меня не сжатое было. Вернее, не разжатое, а сжатое. Ты понял, да? Давай. Все. Я в Транквилл выйду сразу. Так как мы будем играть через Транквилл Соул. Сори, я не знаю, что вы это идете. Я ударил крипа, а он просто остановился и не пошел за мной. Да пофиг. Как тут пулить вообще? Так, ну, если что, не парься. Снэкс от вода. Просто подойди. Я реально ударил рейнджевого, вот эту холодильщицу. Холодильщица. Она просто посмотрела, проигнорила меня и стоит дальше. Холодильщица, слышь ты. Да, это есть в виндволке? Да, но у меня такое мало. Кунку можно попробовать. Ну, сейчас. Подожди, блин, крипов много. Да, крипов много, сейчас давай. Отойдут. Вот сейчас они отошли. Сейчас, подожди. Можно варлока, кстати. Он плотнее. О, он на тебя скинул. Хорошо. Давай. Ой, найс, какая туча офигенная. Пока он вышел с этой тучи. Этого тоже попробовать можно побить просто хотя бы. Сейчас у меня джина будет. Жена, да? Он меня видит. Жена у тебя, да? Жена, да. Ну, смотри, Бладсуцкер пришел. Вот он. Стример. Хейтер стримеров. Да. Ух ты, блин. Вот это неожиданно было! Неожиданно. Что вообще? Это кто такой? Это кто? Гнаги... А-а-а! Нагинг! Это ти, Нагинг! Зачем видео мне, Руин? Нагинг, что с тобой? Вообще, слушай, смотри какой, а, вообще. Ай, ну мы накажем за вот эти мувы. Я лично накажу.
Это он думает, взял сикера и типа такой, катка у него сейчас пойдет, да? Она не пойдет, она побежит, причем вниз по наклонной, дядя. На 522 встретить Дагон лицом. Да. Но справедливости ради я скажу, я знаю этого пацана. Я знаю. А где он живет, знаешь? Конечно. Он у меня в друзьях ВК даже есть, в принципе. Все, после игры наведаемся. Я его уничтожит. Оп. Нет, не оп. Нет, короче, не оп. Ладно, я попробую следующего запулить. Мне просто, знаешь, чем прикол, почему я пулы попросил? Типа, это твоя экспа и моя экспа. У нас, в принципе, по экспе ровно. Я динаю. Тебе надо быстрее, конечно, стояпнуть. Тебе надо быстрее. Чтобы эти треки были. А так. Да, у тебя все равно догона не будет еще. Шестой. Ох, нифига себе он меня закинул. Ну нафиг. Не, ну парень на боесе вообще мощно сделал. Так, двух крипов убил своих, надо еще одного. Уби! Уби! Я. Хорош. Так, ну мне регениться надо. Чуть-чуть что-то я просел под тэшкой. Ну, транквилла есть, норм. Да, транквилла работает, офигеть, у меня 20 хп регенерации, я просто вот с тавера только вышел. Можно Вейла побить чуть-чуть, но он не зажатый. Торрент. Ой, Рент? Какой кривой. Какой он молодец. Торрент. Хорош, давай его. Сейчас жена надо будет. Жена, да? Сейчас сикер по-любому ТП даст, я так думаю. Да, ох, хорошо. СС Ри, да-да-да, он сразу там телепорт делает. А не успеешь, дядя. Не успеешь. Так, у меня есть блинки. Хорошо. Я в догон сразу, наверное, выйду. Хотя можно в соул, но соул мне зачем без догона, правильно? Без монокоста, правильно. Да, не на что тратить. Не на что тратить, да, поэтому... Так, а, у тебя там фулл кура, да? Это наша личная? Надо себе личную взять. А, я сейчас могу тогда забрать у других. Так, я сейчас себе куру еще куплю. Там надо мой рецепт мне курьером этим донести. У тебя забрать куру? Да, все офа и кура. Я себе соло куплю. Мантия. Мне один артефакт надо. А, все. Там артефакт. Артефакт. Он, короче, закрыл куру этот сворд. Типок на потме. Я не могу себе артефакт забрать теперь. Он только с базы. О, жесть. Ладно. Тикер тут убивает Тускара. Может, успею. Я должен успеть. Хорош. Иди. О, трек. Поехали. Музычку подрубай. Все, поехали. Я через тебя блинк можно? Спасибо, друг. Его. А теперь вот этого. Ветку выбросил. Отлично. Три. От страха. Ветку выбросил. А у него выпала ветка? Зачем он ее выбросил? Не знаю, обделался от страха. Ветками обосрался. О, жесть, бро, камон, бро, камон. Так, у меня почти есть догон, почти. Меньше 1000. У тебя что там, вкусно? Ну, мне еще штуку 2. У тебя, нет, в принципе, штуку. Как и у меня, затар, камон. Только я фармлю, а ты нет. Понастилил. Не, ну ты типа, ты получается этот, как его, рак. Че, ну, он, смотри. Рак. Давай его. Опа. Ай, кунак тут. Хорошо, я отмазался. Ну давай, пойдем. Я заберу, окей. Я вот так. Оу, да? Нормально, да бить можно, Антох. Не тупи. Давай, убивать его.
И ухожу, и ухожу. Уходи, 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 я подканчу. Все есть. Так, ну догон имеется. Догон есть. Тут центрик, если что, стоит. You again. Так, я предлагаю, знаешь, что сделать? Догон. Ну и догон. Кстати, тоже. Поставил лоб в центре тут. Да? Я есть смысл предлагаю... тебе там девардить этот центрик? Вообще нет смысла. Мы сейчас уйдем отсюда, пойдем хейтить этого БСа. Есть догон? First level. У тебя тоже есть, да? Да. Пойдем БСа поищем. Вот сюда выйдем. А, вон он на меду стоит. У тебя топориком сейчас надо будет срубить. Я срублю, давай. Хорошо. Пойдем. Он кажется, вот как он стоит с амплификацией. Мне кажется, мы убиваем его под амплификацией. Сейчас я подойду. Жду. Трек кидаешь? Одновременно влетело. Вообще, я даже не заметил. Не заметил, как он залетел, этот догон. Lost the connection, reconnected. Так, внизу сралдар, сралрар. У меня маны, правда, нету, соул я... Сейчас я ресипи еще куплю, чай туплю. Зачем круто под раз возить? Срал-драл. Ух ты, смотри какой. Я теперь подсвеченный. Много. Там сентри стоит, короче. Я бегу. Сентрик стоит. На догон майены нету у меня. Майена. Ух ты, смотри. Но драка начинается, опасная. Мне кажется, тут, Антон, твои тебя треки. Видят. Да, видят. Это треки просто, кидаю все. Кинул. Опа, турчик. Срал-драл. Между прочим. Махан. Так, ну здесь, скорее всего, сент. Центр есть по-любому. 100%. По догону скинуться ему, что ли? Кунка. Кунки зарядим? Ой-ой-ой. Это по кайфу, нет, все равно. Сейчас проапаемся пока. Петрек. Музычка нормальная там у тебя? Так, соул есть. Долбит нормально. Долбит нормально. Тускара, может, поедем погоняем. ТПшка есть у тебя? У меня маны нет. Маены нет. Плохо, дядя. Ой, может, мне ставить? Накидали. Слышишь, тут вообще страшно выглядит. Я вижу. А, ну я умер, скорее всего, тут. Да, жесть, бегу. Уф, хорошо. Я с фатала умер просто. Связал фаталом нас. Хорош. Чей голема туда закинули. Ну, на меня слишком много накидали. Это хейтерская раптура. Это. Ну, чисто. Тут без вариантов выжить в такой ситуации. А что, я что-то не хочу солринг покупать. Я куплю еще арканы в дополнение к этому. Давай. Танквилом. Да, вау. Сейчас знаешь, что надо сделать? Внизу бы суету навести. Подойдешь? Или ты подфармливать тупо? Я фармлю, у меня вдобавок нет маны, поэтому я фармлю. Я понял. Они внизу. Чилят. На расслабоне. Хорошо. Так не говорите, что вы меня видите. Я к тебе бегу, я с речки бегу. У меня догон КД. Я Сикера забрал. Сикера тут будем по КД убивать. Так. Кунка, смотри, попал. Сейчас будет. Погоди, есть трек. У меня этот... КДшка. Хорош.
Капец, этот тос почти как дагон первого уровня наносит. Да, он очень много дамажит. Вон Хуск. У него даст, и правда. Он тебя видит. Меня видно. И я тебя вижу, говорит. И все, оно попадает. Мне. Лол, попало. Но прыгаем, убиваем. Я буду прыгать, убивать. А, вижу. Кинуть ему. Я почти добежал. Сейчас трек будет. Но все равно ему больно, да? Через резисты, да. Пробило. Да. От догона не увернуться. Как Аркадий предлагал забанить инвокера в начале игры, чтобы он не бегал на 522. Я говорю, от догона не увернуться. Просто за инвокером вообще резона нету бегать. Не нравится. Блин, там два героя на самом деле с амплификацией. Это Сикер и Слардар. Нам это на руку. Вообще на руку. Хм. Вот один на миде. Если что, готов. Буду сейчас бегать с тобой. Сикер в лесу 100%. Я тут догон добью сейчас. ТП-шку куплю и пойду. Так, я за ТП-шкой пошел. Ага, Хускар сюда пришел. Ну, Хускар неинтересно. Сикер в лесу где-то бегает. Ну и что, мы его пропустим? Нет, конечно, ты что? Я иду. Давай сразу ему прокаст кидаем. Потому что резист и дела. Вообще не почувствовали на самом деле. Я, кстати, с инвиза не выхожу. О, кстати, еще вспомнил. А, надо будет с тобой сыграть в комбинации Рики плюс Патма. Я с инвиза не выхожу, когда Moonlight. Я забыл про эту тему. Но сейчас вспомнил. Пойдем Рики поищем. Ну, ты понял, Рики. Там под фарме и... Если что, я на мид пойду, в миду сейчас толкну. На топе куча. Да, БС там в силу уходит, 1200 хп, но нам это... Варлок что-то душит. Варлок душит, прикинь. Центрик сюда. Пиопс. Пиос. Пойдем в лес. Давай. Сейчас ману залью. А, тебе не надо. А меня фул, у меня соул, чё. Так, вот я предлагаю вот так вот. Через вот эту точку. О, мани. Сейчас транквилл включится, побегу побыстрее. БСник где-то либо здесь, я так думаю. Двое мид, один бот. Ага. Там не один бот. Понял. Смотри, нет никого. Такая шутычка. Кстати, вот. Трое мид. Слардар там вар с вардингами. Не знаю, БС не видно. Я весь лес пробежал. Они теперь вместе ходят. Просто сидят, походу, под тауэром. Возможно. А, вон это Даст и на руне клацает. Сейчас сюда дефить кто-то выйдет по-любому. Сентри, мне кажется, тут есть. Еще один. Alright. Alright. Оп. Обменялись. А, нет, не обменялись, он не. Можно попробовать, он БС с амплификацией бегает. Сейчас да. Он себе еще одни кинет, подожди. Давай. Чуть-чуть осталось. Так, ну я вот так вот сделаю. Я сало дал, тебе стан не дадут. Жесть. А, подлетело, слышишь? Шурикен. Работал. Вейла по душу. Так, отойду. О, Магнус приехал. Хорош. Ману нет. Нормально, нам главное под треками все это дело. Хорош. Найс, мы их тактично. Пойду внизу подфармлю. От догона не увернуться. Реально, вот от сюрикена увернуться тяжело, когда невзначай он летит тебе в лицо, когда ты под треком там мансишь. Это тоже. Так, у меня догон тройка.
Догон тройка. Сейчас, наверное, четверку догон возьму. Ну, они, короче, решили тактику взять, просто стоять под товарами. Че у тебя по догону? Четверка, да, тоже? Нифига себе ты. Быстро. Тебе стрека чуть побольше. Капает же есть. Чуть побыстрее. Апаешься. Хорошо. Так, четвертый догон есть. Можно, знаешь что? Вот они вместе ходят, да? Клаку еще купил. На сикере видел какой? Типа, чтоб меньше дэмэджа наносили мы. Он понял такой, знаешь, что... Ага, ну догоны, да, заруиним догоны, короче. Не заруинишь, дядя. Не надо, дядя. Ты где ходишь? Ага, вижу. А сейчас, секунду, я приду сейчас. Бегу. Кого там можно лопнуть? Еще 200, Слардар, Варлока, да? Давай Варлока найдем. Вот, ага, смотри, ты видишь смотри. Его, да? Хорошо. Опа, ну я умер, да? Ну я ТП сделаю. Пусть голема скидывает, если что. Все, я ушел. Найс. Найс. Я возьму сентричок там за деваржу. Хорошо. Варлок тоже не танки, блин. Нагоним, варит. Да пофиг на это. Срал-драл. Фига ты ему там, ты соло так надамажил его? Да, ну да, два каста. Так, ты где? Ты тут, да? Пойдем вот сюда. Кого-нибудь цепанем. Надо цель выбрать только. Слардар если будет под этим, под первым Слардаром может спокойно. Скорее всего тут что-нибудь-то есть. Давай вот этого. Недолго думая, так сказать. Недолго думая, выбрали главную цель. Да не, оставь, в центре там риповый. Только если попробовать этот... У меня мана нет вообще ни на чё, кстати. Так, сделаем. Ладно, поехали. И фиф нас сейчас, походу, тут... Мне очень плохо. Не надо, пожалуйста. Ладно, гоу. Драться, как мужчина. Опа. Вот так вот-то лучше. Големизация. Гальванизация. Гальванизация. Уф. Блин. В лес надо идти. Он вообще там шкерится. Не выходит, фармит. Пошли в лес сейчас целенаправленно прям. Вообще, варды есть у нас? Ни одного варда нет, я на базу сгоняю. Выкупают их. Да. Кто-то ставит. Потма ставит. Потма ставит. Но сикер только что вот в этой части был. Так. Пойдем через мид, наверное. Кунку бабах-бах. Просто два догона и все, мне кажется, ему хватит. Ну, трек, догон, естественно. Докупился он варнами. Тек, кидаю. Че, пойдем на топ? Просто будем вот так вот ходить сейчас. Как в старые добрые времена, да? Бери монетку. Да, и ладно, собираю. Я прошел. Я прошел доту? На харде. На харде. Смотри, убегает. По-любому варды на руне. А, не, подожди, я иду. Иду. Кидаешь трек и сразу догоним. Сразу. Надо так, чтобы прям вот это вот самое. Как бы нам так это сыграться. О, сикер, видел? Да, видел. Тут. Видел нас, скорее всего. Сейчас. Эх, не успел. Чуть-чуть. Оп, успел. Я иду. Догон. От нас не убежишь, дорогой. Куда побежал? Пойдем вот сюда. Здесь постоим. По-любому кто-то на подходе будет. У нас догоны уже кэдэшится просто по 15 секунд. О, трек. Ах ты. Жирный пес. Хорош. Пойдем вот сюда. Чисто на эффекте неожиданности. Через тавер? Ну ладно. Тут не видно, тут пройти можно. Вот здесь будем. То есть такие позиции занимать, которые не это. Они думают, что тут никого нет. О, трек. Вот то, что нужно. Вот сюда теперь. Можно. Сейчас, сек. Давай. Вот так на лёте. Иду. Сейчас по-любому кто-то здесь должен быть. Либо они опять в мид пойдут. Потому что внизу фарм идет. Кто-то, если без ТП, должен пойти. Походу никого не будет, да?
Ладно, пойдем сюда. Вот так короче. Я здесь, вот прям центрик. Пойдем здесь. Аккуратно здесь, по этой, по такой. Пройдемся. Вот так-то лучше. Ага, так и вышел. Кунка. Ну, кунка плотный. Сикера давай. Сикеру тречок и... Вот отходит, отходит. Видно, 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 видно. 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 Вон, так, выйдет, выйдет, сразу можно нажать. Далековато. О, поймал, поймал, смотри. Успел, он Магнусу кинул. Но ты уйдешь, если что. Нормально. БМ. О. У меня нету первого, ты, скорее всего, рип. Ну, сорян, я тут не помогу. Так, ну трек на сикере есть. This is track. This is more like it. Хорош. Я тучку помогу. Дай ветку покушать. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ах ты. Не надо, пожалуйста. О, Достевич. Но надо было ТП жмакать. Печально. Я тут уже никак не выйду. У тебя есть на дагер бабки? Есть, но я хотел Этериал купить. Я тоже хотел. Но надо тут, видишь, как файты, уйти не можем. Если цепляются, да? Давай по дагеру. Я дагер взял. Окей. Ну, можно еще Гасту взять, конечно. Я Даггер, Гасту могу взять сейчас. Я думал вообще Вакторин, но ладно. Тут нужно такое. Ту-ту-ту-ту, чисто, и все. Даггер есть у тебя, да? Хорошо. Отлично. Я, наверное, ты тоже в Эзериал хочешь, да? Давай, я тоже Эзериал буду. Даггер, Эзериал сейчас. По два Эзериала. Я думаю, этого хватит. Мы сможем в кого-то одного откидывать Эзериал. Дагон, Дагон. Хорош. Мужчина чисто. Сколько СТ-шка? Нормально, 8800. Это хорошо. Сейчас я приду. Слардар бежит. Там по Дасту они купили еще. Как-то бы скидывать, но нечем скидывать просто. В этом билде не предусмотрено, что оппоненты умные. Просто. Реально. Тут как бы дело такое, что не предусмотрено, что оппоненты должны быть умные. И делать все правильно. Надо там сразу ТП аутить. Сразу ТП аутить надо было там. Но там, возможно, меня бы големы побили бы неплохо. Ага, тут меня видно. Там в центре есть по-любому. Да, вот тут прямо. Так, я не иду, возле иду. ХГ, а вот здесь. Иду. Под мега Г, да? Лардара можно нажать. Меня либо. Пока видно. Я не могу понять. А, у тебя этот? Я вижу. Понял. Вот здесь... А, ну Хускар с даггером, смотри. Все, спало. Сразу дадим? Да ты что? На что он рассчитывал? Ну, у него был армлет, но мы его забираем. С руки даже. Мы хоть и не такие, как бы, да, жесткие. Но по даггеру можем юзануть. Пойдем сюда. Потненькая, кстати, сейчас такая, да? Немного. Ну, может быть, тяжелее будет потом. Да, как апнуться чуть-чуть, у нас не будет урона с руки. Опа, вот здесь чекнем. Нету никого. Мангуст. Давай Т-шку, может, побьем тогда. Сами придут. Т-шку полупим. Тавернелло. Магнус 2 не качает, да? О, качно. Вот, кстати, наше решение проблемы, если вдруг дэмэджа не будет хватать. Если что, переоденемся чуть-чуть. И как затащу им. Хорошо. Так, кто у нас там первый подходит? Сикер там с БМами. Главное в БМ не зарядить. Срал-драл. Вон срал-драл стоит. А мне кажется, мы его с прокаста не убиваем, как думаешь?
Лордара? Трэк-дагон, трэк-дагон. Ну, с этим. Бегу, бегу, бегу. Я не вижу. Слордар. Не хватает. Я догон не в того скинул. Ладно, понял. Отхожу. На мне трек. Да, они уверенно дерутся уже. Нормально. Че, маны есть? Нету. Только дал. Отойду, отойду, отойду. Не-не-не, опасно. Ускар как-никак. Вот кунку побить можно. На нем трек. Ща будет догон. Ща дам. Кэдэ, 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 кэдэ. Оп. Есть. Хорошо. Вот надо больше урона сейчас тупо. Благодаря. Да-да-да, у меня, короче, 300 золота, в принципе, зарел будет. Я, наверное, буду добивать. Да, просто там минус одного смело будем делать уже. Маны. Маны надо? Маны? Да не, фул. У меня маны не кончается, Soul Ring. Что-то догон раз 100 лет, да, там тучка. Как-то. Так, ну... Если честно, они в свой лес вообще не ходят. БС так вообще в своем лесу не обитает. Просто стоит. У меня есть Этериал. Этериал имеется, да? БС не фармит нигде. Ага, на топе вон вышел. Манту купил. Треки скидывать. Что там, Аега? Хотят. У меня Эзерил имеется. Хорошо. Ты где там? Не добегу. Вижу, вижу тебя. Вон там вот это иллюзия, нет, или настоящая иллюзия? Вон настоящая в меду. Вот кто идет, вот опять он. Трек и фул кнопки. Не достаю, не достаю. Блин, Слардар пришел. Магнус. Ну, мы можем тут умереть вдвоем, кстати. Нету тучи, бро. Даже единицы ну нет. Ладно. Значит, умер. Жесть. Группа быстрого реагирования. Нам нужен Тускар в такие моменты. Он может подсейвить. Вот видишь, там цель. Хуск, он очень плотный. Ускара тяжело так убивать. А эти стоят сзади, потом если начинается файт, тяжело. Если начинается файт, тяжело потом, без Тускара. Они еще вместе постоянно ходят, впятером. Тупо, знаешь, как будто они там привязаны все. Кунка батлфури купил, чтобы фармить быстрее вместе. Опа. Просто задрюкал его, понял? Пустой урон тупо блинком в этот астрал. Сколько, 150 или 100? 100 экстра дэма уже чисто. Вообще чисто бесшумно, да, так тык-тык-тык хп поуходит. Good game will play, дядя. Как вы так делаете? Как вы так делаете? Ой, же есть, же нет. Я бы предложил еще и ул сделать тебе. Это немного не вписывается. Я знаешь, что думал? Этот Lotus Orb. У него КД маленький. Треки скидывать. И можно, да, и союзников скидывать тоже можно. Ну, не знаю. Не знаю. Вот здесь давай. Первая цель, кто выйдет. Слардар, давай. Я что-то немножко не успел. О, смотри какая. Но опять он меня. Я тучу дам, тучу дам. Живешь. Sure. Тут подсейвлю. Ну, он, смотри, он все равно не промахивается. Попадай. Он все равно не промахивается. Лол. Какой он.
хорошо. Какой на Хускаре? На Хускара нам очень тяжело убивать. Так, мне кажется, я его так с руки должен убивать, да? Блин, эти големы, как же они мешают? Ну, давай. Я попробую. Они очень сильно мешают. Эти големы, это жесть. Големи. Кто еще живой там? Кто еще живой? Нагло. Ты. Да ладно. Что он там втухал? Га, големами контрит, чисто. Пошел чай пить, короче. На колодце. Големов контрить. Големов контрить, пошел чай пить. Так, соул, наверное, дропну. Хорошо. Блин, надо тебе что-то сейвовое. Я, видишь, я не могу, тучку дал, даже не поможет. Не помогла. Не поможет, да? Не поможет. Тебе ничего не поможет. О, жесть. Осуждаю. Осуждаю максимально. О, я таргет потерял. Чтоб я фигню сделал. Так, ну ладно, вот это вот так. Вот так вот. Меня пытаются пробить под тучкой. Гений. Хорошо. Чё-то я такой рассинхрон сейчас в голове поймал. Сначала увидел одного, потом такой уже в него Этериал закинул. Такой, вижу с лорда с амплификацией. Такой, туда догон чисто. Ай, бро. Come on, bro, come on. Так, ты вышел? Освободился? Где ты там? А, ты внизу, Ковряшкин. Освободился из заключений. Так, я Сикера, кстати, под его кнопками убиваю. Шотаю просто. А, я чую, а не ко мне сейчас поедешь. Я тут секунд 20 светился. Да? Ну ты фармил там. Не фарми много. Сейчас на топе дефить по-любому будут. Я так думаю. Музяка играет, у меня такая варкрафтовская, знаешь, такая, такая ностальгия, ностальгия. Вон там, вон там, вон там, там. Угу. Сикер тут. Они тут, четвером. Там у тебя БСник, да? Один БС. Да, я понял. Они вчетвером ходят. Да, вижу. Четвером. Пусть тут, если кто-то сейчас отзонится, я жмыхну. Устанин. Напомню, тут Лотус же диспелит, да? Дебафы. Да, диспелит. Даст и по-любому снимет. Такие, да, они такие. Тут вард по-любому поставили. Вот сюда. Может, надо вот так. Да? Они не пойдут по топу уже, они уже все сделали, что нужно было. Вот сюда надо выйти. По низу. Это максимум, что можно. Ага, выформлено вот сюда тогда. Пойдем. Ладар. О, сикер тут. Сикера, сикера, давай. Хорош. Оставочку. Я заблочу ему торрент по таймингу. Ну, надо уходить, Антох, надо уходить. Ну, можем сейчас вернуться, откдшиться. Да-да-да. На развороте можно будет. Вот варлок, кстати. У меня кд, я отблинковался, чтобы засейвиться. А, ну это соляра. Соляра тоже, если что, делай, если чувствуешь, что нужно. У меня есть кнопки на слардара, если что. Блин, не ход давай. Кунка? Этот блин слил. Я видел. Ускар без блинка. Ну тут варды есть, если что. Мы тут подвардаем. Хорошо. По тьму попросить, может, чтобы она посентрила немножко. Внизу суета какая-то. Далеко ты? Я рядом. Трек с лордару и с лордара. Шо ты? О, вот это вообще на вставочку. Четко. Вообще красота. Хорош. Прям вообще аж душа радуется. Вообще не увернуться реально. Не поможет ничего. No way. No way, bro. No way, dude. Dude, именно, dude. Кто там сейчас в миду еще выйдет, но не Хуск, конечно. Хускар недосягаемая цель. Вот Хускар может увернуться, кстати. Хускар, да, может. Тут полно сентри, блин. Закрысили. No way. Так, если что, есть слот, вот говори, могу себя снять.
БСник выходит, БМ жмет, просто понял? Он уже боится, он знает. Сейчас крипы будут заходить, по-любому кто-то встанет, будет фармить. Или нет? Или да? Или дан? Знаешь, что я хочу сделать? Пару центре принесу. Низ бы кто-то толкнул бы. Тускар, например, какой-нибудь. О, кстати, да, неплохая затея. Насчет вардика. Кто-то будет подходить смело, можно будет в наглую прям блинки и дыдух, и все. Я пару сентрей возьму сейчас. Куру. И обсерв. Вот это. Сладар. Убиваем. Хорош. Прям лучший. Как мы их в страхе держим, да? Они вообще шокированы. Тикер Тараска делает. Просто там все делает, чтобы в хп лишь бы за догонов не умирать. Сейчас вниз пойдет по-любому. Вот здесь сможем, если что. Только надо быть быстро. Или кунку. Кунку сможем? Давай, прям сейчас. И этому трек дал. Давай-давай, его задушим. С ноги его задушил. Отходим. Отходим. Сейчас придет этот. Так, я возьму вот так вот. Маны мало. Мало мана. Давай другого вон, стикера мы. Стикера? Даем? Я отойду здесь. Нормально. Ты живой? Да, но мне бы надо будет, потому что я пустой. Подойдешь? Хелпа нужна. А, ну все, я нормально. Далеко, он далеко. не видит. Все нормально. Да я думал уже рип. Пойдет. Я не успеваю кнопки нажимать, если честно. Не успеваю. Лардар за мной. Он догона хочет просто. Он просто догона, наверное, хотел, я не знаю. Я сейчас еще ему дам догона. Да подожди ты. Чисто парень неугомонный на Слардаре, конечно. А, я кур слил. Ну ладно. Что-то я ее за собой вел, короче, чтобы ТП-шку дать на базу сгонять. Хорошо. Кунка? Сможем? Хорош, но я не стал из Эрил давать, он мне КД был. Да, и правильно, не надо было, я сюда кину. Кто выйдет, еще можем. У меня есть из Эрил. Пока этот вард стоит, мы вроде как... Надо, да. Давай. Ну, заберем с ноги его. Хорош. ВЛ. У тебя маны, да, мало? 208, да нет, главное догон сейчас откатится, и это достаточно будет. Где БСник? На топ по-любому пойдет дефить. По нем пройдемся. Я сразу нажму, как увижу его. Трек только кидаешь, только вот метка, только трек и все закидываю. Бета? Подожди, пусть выйдет, он сюда сейчас пойдет. Слардара. Хорошо. Отлично. Ребята, не забывайте поставить лайк за такие видосы, не забывайте, что другие видосы также есть на канале. Возможно, та идея, которая у вас есть в голове, она уже реализована. Поэтому не забывайте залетать на канал, вкладочку видео, заходите, смотрите. Ну и спасибо, конечно, за то, что ставите лайки и подписываетесь, ребят, не забывайте. Это очень важно для продвижения канала, очень хочу БС убить. У него там... Можешь кунку? Он близко. Давай кунку. Бедолага. Я видел, но я не удержался. Нормально. Ты чё, вообще пушка. Ну, БС вообще не подходит. Он понасобирал все в силу, короче, ну и не подставляется даже. Можно попробовать его. А, ну ты, мне кажется, отлетишь, не? В этот. БМ отлечу. Тогда... Максимум трекину. Тогда не очень, конечно, хотелось бы. Бэлла? Да я не могу направить, два раза нажимал. Я помогу. Нет, не помогу. Максимум, что могу сделать, это кинуть тебе этот. А меня не видно. Не видно. А лол. Осуждаемо. Пойдет. Выжил? Отлично. Да. Я, короче, думал, все, ГГВП тебе. Раптуру кинули, у них, короче, этот, рассинхрон пошел. Смотри, бежит. Опа, я исчез. Как тебе такое, Илон Маск? Может, БС-а попробуем? На нем трек. Да, другого кого-нибудь надо. Погоди, иду. Хорош. Задача выполнена. Еще трек будет. Давай. Кину. Меня сейчас откатится уже. С Лардара можно побить будет. Еще секунды 3 для догонок по нему. Даешь? Готов.
Вот так сделаю, не буду мелочиться. Уходим. Оп, а вот и Лотус. Трек себе. Вардик. Хорош. Ой, корабль в бухту. Давай Хуска убьем с ноги. А, я уже врил Кунку. Да? Кунка, давай Кунку тогда. Мертвый. Хорош. Да ты что? Ну и Варлок туда же, туда. Хорош. Вообще не контрится, слушай. Хускар бегут. Это что? Да с ноги буду бить тебя. Ой, я залагал. ВТФ. Лизар. Я залагал прям так вовремя. Все, у меня 10 тысяч золота, слушай. Как вы так делаете? Как вы так делаете? А, слушай, ну это круто все равно. Нельзя не отметить, что это реально круто, и это до сих пор работает, и оно в принципе будет работать, даже несмотря на то, что оппоненты играли более-менее слаженно, они скучковались, да, они не ходили там особо соло, но мы все равно находили, убивали и брали то, что нам нужно, а именно брали фраги. И, соответственно, смело заявляю, что это рабочая тема. Она полностью работает. Посмотрите на этого сикера. Он специально все покупает, лишь бы не умирать с догона, но все равно умирает с догона. То есть понимаете, что даже 3000 хп сикер в принципе не вывозит это. Поэтому, ребят, вот такое видео. Давай сикера, слышь. Вон он давай, стоит. Давай, жду тебя. Пусть он первый кинет себе. Может, это иллюзия? Иллюзия. Внизу, то есть он по миду еще спалился. Это иллюзия. С лордара, может, тогда? Давай, иду. Вообще просто не было его как будто, да? Я такой наводку даю, понял, руку поднимаю, цель получена. Ага, наводку, водку, да, точно. Наводку даю всем, Кунку, кто сможем? Пожелает. Блин, мне не хочу под кун под это идти. Не достаю. А пусть там заберет парень. Опа. Наводку. Они просто. Они так глубоко стоят, они боятся жесть. Боятся жестко. Можно Вейла шотнуть. Хорошо. Отходим. Блин, надо своему тиммейту помочь, да? Хорошо. Пойдем вот здесь вот в наглую. Мне кажется, тут нет сентри. Давай вот так вот сделаю. Давно пора. Сикер, иллюзия. Настоящий там стоит в колодце. Можно, конечно, забычиться в наглую, поблинковать. Но он вообще, он так боится умереть, что типа... Да, единственный он, шанс настоящий, выйти, это настоящий. Нет, нас не уйти. От нас не уйти. Единственный шанс вернуться с базы живым, это отправить иллюзию. А не себя. Да, это жестко. Мхари! Алауави. Вот так вот напишем сразу. Ребят, ну на этом как бы катка, я думаю, успешная. Завершилась у нас. Кунку убиваем еще разочек. Хорош. Катка получилась тоже фановая, немножко потная. То, что нужно, да? Ты считаешь, Антон, что эта катка то, что нужно, Рили? Да, было очень даже неплохо. Было неплохо. Конечно, не овер фаново, но фановое в то же время немного потно. Приходилось тоже немного напрягаться. И смотрите, Слардар 0.21 сыграл. Я думаю, тут некстовую катку не имеет смысла играть, потому что, в принципе, катка имеет и немного пота, и, в принципе, по кайфу подогонили. Ну, я думаю, вторая часть, в принципе, неплохо зашла. Или, по-моему, это даже третья уже, не помнишь? Третья. Сколько частей догонов это было. Ну, ребятки, в общем, на ваше, как говорится, на ваше усмотрение, смотрите. Комментируйте, как вам эта катка в целом, понравилась или нет. Ну, а я, конечно же, вынужден закончить это видео. Антон, тебе спасибо за то, что помог. Конечно же, это было прикольно все равно. Обращайся. Во, ребята. Ну и на этом все. С вами был Ксаназис и до скорого. Всем пока. Good game. Неплохо. Комментарий, пацан, комментарий. Оставь комментарий. Кто-то писал, что ли, это? Не, комментарий надо. Блин, ну неплохо, все равно. Я просто теперь сравниваю, если мы играем догоны всегда с той игрой, когда за нас еще Омник был.
Точнее, против нас, можно сказать. От догонов не убежишь. Какая разница, какой МС, если влетает сразу 3 молнии и 2 молнии. Не увернешься. Все, понял.